Так, смотрите, ребят. Сейчас меня надравят. Что нарисовать, короче, солнышко. Солнышко рисую. Какой хороший мелок. Нашел я просто на улице. Представь, Бог мне мелки дает. Сам Господь мелки дает. Я просто нашел на улице солнышко. Птичек. Что там подходит, что посмотреть, рисует мне кто? Солнышко, давай нарисуем яхту. Просто эту, лодочку. Оп, водичку нарисуем. Тучи нарисуем. Подпишись, бро. Подпишись. Бро. Бро. Блин, не получилось бро написать нормально. Жаль, что у меня только один мелок. Еще положу его в карман. Я вандал, я коронавирус. Вандал коронавирус. Всех уничтожаю. Солнышко рассотрем. Коронавирус. Солнышко рисует. Subscribe, bro. Think about. Nice art. Лодочки. Короче, красным мелком не особо что-то нарисуешь. Что нарисовать? Мельницу, что ли? Мельница. Оп. Заборчик. Оп. Готику нарисую. Короче, ладно, сейчас ты на меня нападут, короче. Вот получилась какая-то фигня. Ну это скоро сотрется дождем. Корона. А вон чувак тоже на морде или нет? Коронавирус. Паркур сейчас будет. Паркур. Смотрите. Сейчас будет паркур. Давай. Прости, пожалуйста. Давай паркур. Как этот, как в зеленом слонике. Оп! Короче, это. Смотрите, вот всякие дурацкие надписи тут, это нормально. Вот здесь. В тот момент, что там. Типа ничего. Да блин, зачем я вообще здесь нарисовал? Здесь никто не ходит. Вот. Здесь забор. Здесь только паркурщики ходят. Кто? Lil Bo Peep with a brand new beat, he's a back in the club with a cash cash click, ice ideas,
Ай-ай-ай, за лимузин тит. Ски лимузины там нафиг не нужны. Художника гораздо лучше лимузина. Парень, художник. Парень вандал лучше, чем лимузин. Не правда ли? Давай посмотрим, что там написано. Какая-то жесть. Когда ты был мал, говорил, что не будешь курить. Правильно. Слова. Курить будешь не что, говорил, мал был ты когда. Офигеть. Вот это смысл. Ух, со смыслом. Что бы здесь, не знаю. Мне вообще не как-то брезгуют на таких местах рисовать. Фигово рисует еще к тому же. Фигня, короче. Жалко, что только один вот такой мелок. Яркий. Ой, блин. О, смотри, тут тоже рисунки. Давайте посмотрим. Выпуск 2010. Будем скачать. Мы слезок. Левитуля, пуля, лизы, туда серия, диджей Лининка. Выпуск 91 навсегда. Ух. Сос. Мыс. Лом. Ух, со смыслом. Ух, можно курить только мне. Ничего себе, вот это индивидуальность. Тут можно курить только мне. Ничего себе, какой он уникальный чел. О, смотри, масяню нарисовали. Не, вот это неплохо. Кстати, почему оно не смывает дождем? Вот, я не понимаю. Май. Масяня, типа кому-то нравится масяня. Мне, я бы даже не дал ей то, что здесь написано сделать. Это как-то отстой. Хотя не знаю. А это что, башня? Башня это. Ну что, нормально нарисовали? Абокаченское. Ничего себе. Что бы здесь нарисовать? Парис. Да она смоет дождем все это. Мой дождем, е-мое. Все равно никто не заметит. Ice eye teas and ice eye click and losing teen secrets of night. Вот, короче, я сделал тут свои добавления. Ух, со смыслом. Ух, со смыслом. Всегда первое. И тут я тоже сделал рисунок просто. Тут офигенные художники. А это Венеция или что? Просто моря тут. А, нужно. Да все равно это сотрет быстро дождем. Я не понимаю, почему вот эти вот надписи. Как они. Чем они так рисовали, что это не стерло дождем? Я не понимаю. Вот мне что интересно. Вот смотрите, это моя школа. Смотрите, какая офигенная школа у меня. Представляете? Я вырос позитивным человеком в такой школе. Такая школа, в ней вырастет любой человек позитивным, офигенным. А нет, не моя школа, это же это. Это школа, это элитная. Это самая элитная школа, вон, они там писали. 91-я, элитная школа, вот смотрите, пожалуйста.
Элитная 91-я школа. Смотрите, все. Наслаждайтесь. This is elite school, high school, elite, elite Russian high school. Look this, bro. This is elite Russian school. School. Elite, elite. Bro. Think about this. Look at this. Think about this. Elite school. Elite school. In the Russia city. Ой, блин, иду я. Вон этот чертов излучатель. Надо как-то обойти. Я раньше не замечал. Нейролептик, терлиже надо пробивать. Нужно найти, где подешевле продают. Вон, везде вандализм, везде современное искусство. Давай я напишу. Пойдут. Блин, это похоже на ежа какого-то. Вандализм. Вандализм, чтобы они поняли, что такое. Чтобы они поняли. Так вот, стрелочка не поворачивается, как говорила Нихель. Стрелочка не поворачивается. Вандализм, вот он, вандализм. Сейчас меня поймают там, скажут, ах ты вандал. Ну да, поймают. Что, записывает еще? Нифига себе. Вандализм. Вандализм. Стрелочка не поворачивается. Вот вандализм. Вот вандализм. Смотрите, вот вандализм. Стрелочка не поворачивается. А вот, например, какой-нибудь пейзажик вот здесь. Или где? Пейзажка такой, гора, солнышко, тучка, птичка, птичка, море. Вот это вот типа вандализм, а вот это вандализм. А черт, закончился немок. Ладно, в общем. Ну, думаю, вы не поняли, что я имел в виду. Непонятно, да, что я имел в виду. Ай, блин, смотри, какие красивые. Какой красивый вандализм, какие оттенки. Интересно, современное искусство. На самом деле, здесь красивые оттенки. Зря я написал, что это вандализм. На самом деле, это искусство. Смотри, у меня от мелка коснули пальцы. Lil Bo Peep with a brand new beat. 60 lines blow and I'm fine. Посмотри, вот это вот для них современное искусство, не вандализм. Они не скажут. О, смотри. Кто-то здесь подписал такую фигню. Смотри, сейчас покажу тебе такого. Lil Bo Peep with a brand new beat. He's a black and cops and cops. Вот смотри. Смотри, какая стена. Это стена. Вандализм, а не я. Но я неправильно написал. Это все равно не видно. Короче, смотри, какая стена. Офигенно. Вон шаурмечная, куда я пытался устроиться. Меня не брали. Никуда не беру. Ну, может, сюда меня возьмут. Надеюсь. О, смотри. Это я не рисовал. Это кто-то подражатель мой. Панику изобразил. Да, крутой чел. Смотрите, повсюду сексуальная провокация, как говорил Арсен Маркарян или кто там. Я его не смотрю. Какая красивая абстракция.
Какая красивая абстракция, смотрите. Что? Абстракция, смотрите, какая красивая, я художник. Она, короче, не поняла, что это великая абстракция. Смотрите, вино, вон все было. Смотрите, абстракции повсюду. Виноград повсюду это. Вот смотри, вот этого хрена рекламирует продажная газета. Это продажная газета, она никогда не напишет о художнике. Она пишет только о каком-нибудь чинуше или из вышестоящих органов кого-нибудь. Она никогда не напишет о художнике, понимаешь? Вот в чем суть. Блин, у меня руки покраснели от этого мелка. Я его весь заходил. Я вандал. Смотрите, это красиво. Вон, это красиво. Это не вандализм. Это терминатор сейчас проехал. Это красиво. Это не вандализм, как вы видите. Если написал, что это красиво, значит это красиво. Ой. Можно у прохожих спросить, красиво это или нет, но им пофиг на это. Хотя вообще-то нельзя прохожим, коронавирус, там все такое. Вот красивые абстракции, искусство современное. Абстракции современное искусство, слово. Я бы мог здесь разрисовать, и этот магазин стал бы обогатился, так бы посетителей стало больше. Нафиг они дадут денег на это. Ну, точнее, мне не нужны деньги. Нафиг они даже бесплатно согласятся. Ох. Смотрите, я иду вот. Сейчас кажется, как бы холодно, я иду вот. Смотрите, какие у меня ручки. Ниточки. При том, что я подтягиваюсь 12 раз. Но может я увеличу свою. Раньше я подтягивался 25 раз максимально, без дрыгания. Вон, девушки курят, будущее матери. Рожаем детей. Вон, отсутствие вандализма мы видим повсюду. Точнее это. Ну, то есть мы не видим здесь пейзажа, значит нет вандализма. Вот нормально. Нормальная стена. Все нормально. Это вот что такое? Какой-то. Похоже на какого-то морского чудища. Вот смотрите, какие красивые оттенки. Это все не вандализм. Вот это вот не вандализм, вот это смотри. О, а вот это вандализм, кстати. Но почему-то никто это не стирает. Почему? Почему никто не сотрет этот вандализм? Не поймает этого гада. Вот смотрите, вот это не вандализм. Вот это вот вандализм затерли. Какой-то хрен написал какую-то фигню зачем-то. Вандализм здесь, вандализм. И коронавирус здесь, везде вокруг. Зда. Нафиг мне. Что бы я здесь открыл? Частную художественную школу, но это никому не надо. Частная художественная школа я бы открыл. Вандализм, это вандализм. И повсюду здесь мы видим вандализм. Женская одежда тут, смотри, какие. Как будто бы это. Там. Если пожалуй. Я не знаю, такие решетки жесткие. О, смотри, а это еще что такое? Это что? Это не вандализм, нет? О, смотри, кто-то написал что-то. Я тебя люблю, конечно, но так человек ты мне уже не очень нравишься. Фига себе. Весеннее обострение началось у кого-то. Да конечно, как человек не нравится. Ну все же мы люди, все мы братишки. Ну будьте же вы людьми.
будьте вы людьми. Я бы там написал, ну будьте же вы людьми, все мы братишки. Так, банк открытия. Вон, смотрите, вот это не вандализм, не вандализм, не вандализм, не вандализм, не вандализм, не вандализм. Все вот, это не вандализм. Все вот это прекрасно, это искусство, это красота. Смотрите. Просто посмотрите. Просто молча посмотрите на это лицо, на это, вот на это святой лик. Посмотрите. Просто посмотрите. Вот что вы. Напишите в комментариях, что вы думаете об этом. Вот напишите в комментариях. Что вы думаете об этом? Напишите в комментариях. Как бы. Напишите в комментариях, что вы думаете об этом. Вандализм, это вандализм. Повсюду здесь мы видим вандализм. Что вы думаете об этом плакате? Вот вообще вот в этих банках. Наверное, вы восхищаетесь. Я, короче, странно себя веду. Странно, конечно. Что такое со мной? Вандализм, это вандализм. Вот как ему не стыдно? Вот смотрите, вот это вот прям величайшее произведение искусства. Очень красиво.